утро с города Сиэтл, штат Вашингтон. 4 утра, пересекаем даунтаун, центр города Сиэтл. Как всегда, ремонт дороги идет. Сужение полос. Хотел заснять небоскребы ночью, как они все светятся. Двадцатку уже сняли, ставим на Тему. Тема сразу будет заезжать, грузиться. Вот так вот. Света, музыка пошла. Так, ну а что, народ, мы загрузились, уже назад идем. Время 6:46. Нормально такая загрузочка самого. Сранья. Еще темно, но мы уже назад валим. Так что практически снимать-то нечего. Ничего не видно. Только если панельку.
написал Husky wide open. Терминал, куда мы едем, говорит, ни одного трака нету. Классно. Значит, встаем, вытаскиваем на завтра и до дома. Я не думаю, что что-то еще будет по месту. Мы посмотрим. Время у нас 7:47. На кофе уже заехали. Небольшой breakfast поимели, кофейка взяли с собой. Так что едем. Туман стоит, конечно. Ну а куда без него?
успел пристегнуться, пристегнитесь. И на ходу, пожалуйста, не выходите. Растолкали.
теперь нормально. Два правильных капота по Америке, да? Заняли пол фривея и поливают.
видите, да, мы вот на этот выход вчера сходили с вами. А сегодня нам на следующий. Вот всегда почему-то этот выход забитый. Ну и вот он, наш выход. Понимаете, да? Что здесь только впереди меня Артем. Все. Почему все на тот стоят? Ну, я вчера тоже стоял. Просто не хотел вот этот квартал объезжать. Хотя можно было здесь выскочить и назад буквально одну милю возвратиться по 509-й хайвей. Ребят, давайте под красный поехали. Ребята, он там дорогу на следующем светофоре заблокировать может. Опа, погнали, пока не дали. Здесь у нас получается стоянка на два терминала сразу. Американские словечки по-русски как-то не идут. Чекин сделать, да? Чекануться. Тут пару траков не дают нам разогнаться, так как они вот стоят просто так. Стоят просто так, чтобы по часовой платили. Так встанут здесь и стоят полдня. Работы все равно нема. Задерживают линию.
нормальных пацанов. Не готовы, не достал ничего. Драйвер лайсенс. Давай. Где наш кошелек? Вот он. Сейчас, Тёма, раз, два. Да, уже шлагбаум подняли. Чекин делаем. Ну и тогда уже в порту, там уже на брейк застрянем. В самом уже порту. То нет проблем, как бы. Charlie, David, why Frank? What are we doing today? Just to load in on my own chassis, nothing else. Alright, what's your booking number? RICCLK 237-400. Phone number? 006-315. Tractor and chassis weight? 18.5 and a 10.5. Okay, have a good day. You do the same, thank you.
Вот они, ребята, сайдампы, смотрите. Где Венька работает. Вот здесь сайдампы заезжают. Это они землю сюда. Вот они, груженные, приехали. И вот здесь где-то скидывают, ну да. Там скинули, здесь другую подобрали. Вообще шикарно. Прикольно. Ну а мы что, мы разгрузили грузы, скинули. Лечу в Сиэтл. Маленькая конторка Conglobal. Забираю два пустых и до дому. Такие планы. В Такоме пустых нету. Пустых контейнеров нема просто. Чтобы два трака сразу не гнать. Тёма запарковался уже. Я говорю, я два также заберу. Один себе, другой Тёме. Ну, а в следующий раз он сгоняет. Для меня сделает, нет проблем. Чтобы не на двух траках солярку палить. А по очереди... Ух ты, слева мой трак идет. Нет, обознался, не мой. Я думал, красный мой Петюня. О! Весовая соответствует. Молодца, весовая закрытая. Вот так и надо. О, зеленая лампочка моргает. Все как у людей. Главное, когда идешь с тяжелым, она открытая. Когда идешь с пустыми часами, просто с прицепом, она закрыта. Что такое не везет и как с ним бороться, да? Вон там диетичник он моргает, прям на весовой. Сам себя, наверное, остановил. Пробка еще не закончилась. Это что такое? Правая полоса, он вся стоит. На хайвей 18 уходит. Не, ну я понимаю, до 9, да? Но не до 11 же пробки быть. Это вообще... Контейнеровозы, как всегда, до конца едет линия, потом втуливается. Погнали, погнали, нам надо до обеда выскочить. Там у них обед, я помню, был с 12 до часу. Время 10:53. Должны, по идее, успеть заскочить и выскочить. Как говорится, полчаса туда на дорогу и полчаса в терминале внутри. Хайвей подходит к концу, фривей кончается, или хайвей, и уходим налево. First Avenue Bridge, первая авеню, мостик, да, помните? Давай, 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 пока зелененький.
уходить, сразу берем полевее. И еще раз сейчас карпул слева кончается. Карпул — это когда два человека или больше в машине, то они карпулят. Пулят помаленьку. А когда экс нарисованный, да, вчера был заданный вопрос на улице. Экс как буква Г. И два РР. Railroad. Значит, впереди железная дорога. Поезда, значит, ходят. Как-то так. Если где-то увидим, вот засниму опять. Ну и с West Marginal Way опять поворачиваем налево. Надо быстрее, чтобы нам стрелка загорелась. Иначе не подъедешь вот к этой линии. Слева-справа пройдут траки. И нам стрелка не загорится зеленая. Надо будет еще раз пропускать весь светофор вперед-назад, потом слева-справа, потом только нам. Поняли, да? Вот сейчас слева-справа красно загорелся. И нам, по идее, должен быть зеленый. Погнали! Я даже не посмотрел. А, интересно, на какой улице находится Conglobal. Значит, компания вот справа. Заворачиваем сюда. Здесь, как всегда, разбиты канавы, да, у них на ингейте, на заезде, при заезде. Справа стоит, значит, мы слева встанем. Останавливаемся и бежим к окну. Ну иди к окну, к окну. Забито. Вот он справа, 990. Кишуня 990. You better back down, back up. У тебя еще капот не дорос до классики. Хочу вас по новому терминалу. Для меня-то он старющий. А вот 2,5 года я не был. А тетка та же самая. Говорит, hey, stranger, а ты что, говорит, здесь делаешь? Я говорю, да вот 2,5 года, говорю, не был, приехал. Я, говорит, знаю. Вот так вот, а дядя Бобу еще помнят. В таких маленьких конторах то как бы, когда общаешься с человеком, они тебя знают даже по имени. А вот в порту, там уже совсем другая ситуация. Там тебя знать никто не хочет. Stranger — это как бы чужой, да? Слышь?
Слышь, говорит, чужой, говорит, ты чего приперся? Вот так вот. Значит, у нас, какие у нас двадцатки? Ну, там впереди есть какие-то двадцатки, сейчас посмотрим, может вот эти слева дадут нам. Зараз побачим. Давай назад сдадим, что. Давай, не позорься, на тебя весь мир смотрит. Ставь нормально. О, красава! На все четыре дога попал. Поставил вообще не на доке, сигналит мне. Давай переделывай, лошара. Brackets and a 359 headlights, you got it. Okay. I was gonna say it's super clean. You're not the first guy who's telling me this. Yeah. I drove the truck for 33 years, so. This is my 26th year. Nice. My fourth Peterbilt. I only own one Peterbilt. Is Donald still here? Oh yeah? I only have one W900. I didn't like it. Really? Anyways, okay, I'll fix that. Were your hood wobbling on W9? No. Dude, I call them wobbly 9. Your hood? Yeah, you're driving and, you know, the hood is just doing this. There must have been something wrong with it. My brother still got W9, still does the same thing. Yeah. So is Donald still here? Nope. Donald. I don't think so. I've almost been here 90 days. Oh, that's it, huh? Wow, 3 months. Right on. Yeah, and like I said, I drove a truck for 33 years. Right, right. So I just wanted to try something different. Right, I just sold my flatbed. I came from Florida, they're cheap, and I'm like, I ain't doing that shit anymore. Oh,
shit. Yeah, it's rates are like crap. So when hauling back, you know, cans, whatever. What year is that? 14. So you can still get into the port. Right. Alright. It's gotta be 08 and up. But you don't have the sticker. I don't care. They can kiss my ass. Yeah, see, I worked for American Container in Ellensburg. Oh, okay, yeah. For 11 years. Right. Pulling the B train. Right. Yeah, I used to haul hay from Anderson. Okay. Anyways, I try and be nice to people's equipment. Right on, thanks, man. Appreciate it. I've had too many containers just slammed on me. Right, I know. Anyways, I'll fix that. Yep, hey, nice meeting you. Оказывается, неплохой дядька. Сколько он сказал? 33 года тракистом был? Сюда только пришел, 90 дней работает. Говорит, просто, говорит, хочу попробовать что-то другое. Говорит, это Петербилт 359-й. Или, говорит, только фары от него. Я говорю, только фары от него. Все одностороннее движение, и опять получается по кругу, и опять на выход. Одиннадцать сорок. Я думаю, успеем. Они здесь 12, а может, уже и нету ланча, кто его знает, может, уже без забот, бед работают. Я смотрю, многие терминалы даже начали без обедов работать. Возьму.
много траков уже понаехало, смотрю. Ну все, 11:53, ребята, 53 минуты. Прям отлично. Справились. Вы молодцы. Кто молодцы? Вы молодцы. Давай ты уже с телефоном соединяйся. Во, соединился. И лак наш любимый. Дальним светом. По железке так прямо и пойдем. Да ну в палю. Бампера равнять. Всегда ждут.